Опять собака нашла одно место. Бегает, не может найти. Видно, спелых пока нет. Я случайно откопал вот такую шишку. Как всегда, царапнул ее, но она застрявшая между камней, не смог достать. Крупный парень. Так будем откапывать его потихоньку. Отличный размер. Собака там что-то копается опять. Да. Красавец. Блин. Пес просто потоптался, откапывать не стал. И вот здесь видно такую огромную черную штуку. Это уже монстр. Так. Вот это да. Здесь мицелий на нем уже пошел. Надо будет обрезать. Не идеальный, но размер впечатляет. Вот еще одна огромная шишка, которую я уже начал копать. Хорошо, что начал открывать руками, потому что трюфель реально огромный. Вытащить его не так просто. Опа. Хороший, качественный трюфель. На запах пока не знаю. Честно, не особо пахнет. Но размер... класс просто. Ну, вот здесь тоже какие-то бугры и шишки и все такое, но... тот реально выступал прямо из земли. Его было видно издалека. Где-то вот здесь что-то тоже видел похожее, но... ну ладно, закинем этот в рюкзачок и пойдем дальше. Давай, пес, показывай дорогу. Вот, пес нам показал одно место. Так. Один маленький он уже выкопал. Видно, здесь хорошая куча была. Вот этот он выкопал. Вот этот. А теперь вот смотрим, что здесь. Ну, один уже вижу червивый. Вот этот отличный. Донфу. Тебе нельзя его кушать. Так. Вот эту червивую часть мы сразу же отрежем. Оставим ее на размножение спор. И вот этого тоже червивую часть отрежем. Мусор нам ни к чему. Но дело в том, что тут такое место, оно все какое-то бугристое. Есть шанс, что где-то поблизости будут еще. Правда, перепахать все не очень хочется. Собака уже подустала. Давай, Дон, ищи, а ну покажи. Вот, что-то типа шишечки. Это не вздутие на земле, это просто набросанные сверху иголки хвойные. Так. А вот это уже похоже. Вот. Вот идем, смотрим. Как показать, не знаю, ракурс. Кстати, вот маленький дубик. И вот здесь видно, что что-то приподнято. Ага, есть старый трюфель. Да, он уже полностью сгнил. Но вот именно по таким признакам его можно было бы и найти. Так,
хорошее место, надо его осмотреть. Кстати, вот здесь тоже что-то такое надутое. Попробуем покопать. Нет, там тоже пусто. Дом. Фу, хватит воровать наши трюфели. Кстати, вот здесь тоже что-то типа бугора. Фу! Воруй трюфель. Так, ничего похожего вроде больше нет. Иногда бывает на пустой почве такие явно заметные трещины. Это, кстати, тоже может свидетельствовать о труфеле. Давай, собака, все, хватит бездельничать, иди ищи. Ну-ка, ищи. Ищи, ищи, Дон, ищи, покажи. Где тут может прятаться трюфель? Ну, а пока этих красавцев... О, кстати, это что здесь? А, нет. О, а вот вам трюфели в реале. Вот он и прятался. Как раз была трещина и шишка на земле. Да. Везде маленькие дубики вот выходят. Вот здесь, вон там. Значит, в этом месте будет хороший урожай трюфеля. Ладно, закину их в рюкзак. Пес что-то унюхал. Фу! Что-то тут было. Ну, походу и есть. Подожди, молодец, собака. Да. Отойди. Сейчас будем выкапывать. Пес молодец. Сейчас собаке дадим заслуженное лакомство и продолжим поиски. Вот сейчас покажу классику. Я надеюсь, что там трюфель, потому что все признаки налицо. Шишка, трещина в земле. Вот ее хорошо видно. У нас там пес тоже что-то нашел. И, конечно же, росток дубика. Теперь начнем потихоньку откапывать. И вот, вот смотрите, прямо на корне дуба. Вот он. Ух, ничего себе. Отличнейший трюфель. Просто супер. И, кстати, еще одна отличительная особенность мест, на которых растет трюфель. То, что трава здесь очень подавлена, очень мало травы, вот видно между деревьями, а вокруг все зеленое. Здесь пустовато и растут вот такие красавцы. О, пес у нас там что-то откопал. Нет, пес решил просто пометить территорию. А ну, Дон, покажи, где-то ты что-то нашел. Где-то он здесь копался. Я не успел обратить внимание. А это чревато последствиями. Он может просто проглотить его. Не только людям нравится его есть.
Ну-ка, собака, покажи что-нибудь. Ищи, а ну. Что-то пахнет, да, Дон? Ищи. Покажи, где они прячутся. Найди, найди, Дон. Ну-ка, ищи. Ищи, ищи, ищи. Покажи. Да? Фу. Ладно, пойдем заберем то, что оставили. И опять продолжим раскопки. В общем, я не снимал. Шел, опять увидел несколько вздутий. Наугад копнул. Здесь, как всегда, растет дуб. Раз, два, три. И вот маленький четвертый где-то выкопался. Сейчас соберу их. Кстати, вот здесь тоже что-то похожее на вздутие. Будем искать дальше. Их было хорошо видно. Они просто гиганты. Ну, грамм 250. Три штуки точно сделают. И теперь... вокруг посмотрим, может быть, что-то еще есть. Нет. Здесь тоже какая-то насыпь. Это видно. Раньше были раскопки в этом месте. Дон, а ну ищи. Может, ты найдешь полно шишек. Прикроем место обратно. Ищи! Ну, покажи, бездельник. Он уже устал. Ну, вот еще маленькие дубики. Посмотрим вокруг них, может, что-то будет. Вот прямо обычно на корнях у них растет. Не видно. А вот здесь какое-то животное уже выкопало. Остался только кратер. Да. Забросим этих крупных ребят. И снова огромная трещина и огромный трюфель. И кажется, это сегодняшний рекордсмен, потому что, ну, я его как обычно царапнул, но поднял он очень большую площадь. Вот от него отвалился маленький кусочек, но не в этом суть. Сейчас его попробуем извлечь аккуратно. Не очень удобно в левой руке держать телефон. А правой копать. Походу он застрял. Да, явно он крупноват. Даже какой-то кратер очень глубокий получился. Ох, ничего себе. Вот это монстр. Да, это уже за сотню, больше 100 грамм, думаю, 130, наверное, может, даже под 150. Вот видно, он почти размером с кулак. И, как всегда, у нас классика. Ну, здесь растет маленький дубик, и вот на его корнях такой прекрасный грибок. Вот здесь тоже что-то такое, типа шишки. Но я думаю, это просто насыпь сверху. Да. В общем, это явно пока что рекорд этого года.
Таких крупных я еще не находил. Да, красавец. Ну что ж, ищем дальше. Собака уже бездействует. Приходится полагаться только на свои навыки. Ему уже все равно, что тут происходит. Вот такие кустики стоит осмотреть. И снова почти 1,5 килограмма. Вот так.